Чем хорош Орион? Да всем. Много и, естественно, новых игрушек. Это раз. Цены изумительные и для всех. Ассортимент. Да лучший. Идти сюда, да самое милое дело. Да и вообще, и как мне говорит мой сын... А ты что делаешь? Пойдем за игрушками. Теперь, естественно, слово ему. Сейчас мы увидели две новых машинки. И мне понравилась вот такая машинка. Она красивая, но полицейская. Я хочу стать полицейским. А чем вам полиция-то плоха? Хата и карьерный рост. Ну а на пенсии, которая, естественно, станет ранее, и за границу. Я далеко отошел, но места мало. Я заметил такую штуку, которая дует. Папа мне показал эту штуку. И она хорошая, хоть дует. И торок теперь есть. Прикольная штука, и таких здесь много. То оружие из моей игры, где я стреляю, и оно такое... огроменное, но с прицелом хоть. Хорошее такое, и скорострельное. Тоже неплохо. Но они хорошие, только большие для меня. Я хожу плавнее, у меня уже есть ласки. Но эти большие, они могут быть для моего папы. Вот Hot Wheels новый. Я его хочу взять сегодня. Но они новые и красивые. Такие машинки. Одна такая машинка. Непонятно. Она такая похожа на старенькую, но красивые они. Я попытаюсь попросить папу, чтобы он сегодня, чтобы мы с ним сегодня в магазине Орионе ее взяли. Ну, естественно, мой сын. Тут как раз все для тех, у кого бешеные пятаки по карманам не пляшут. Вот здесь такие скейтборды. В том количестве еще найдете вы столько скейтбордов красивых. Если их здесь вообще много. Вот ураган. Захотел вот и получил. А теперь пойдем на кассу. То же самое. Вы хотели цену? Так вот, цена вопроса от 20 рублей. От 20 банальных рублей. А все остальное, ну в принципе, вам что, штуки для ребенка милого жалко? Только много-много разных игрушек, а стоит всего копейки, бомбинтончики. Много бомбинтончиков, и посмотрите, какие цены. 55. Здесь появилось новые. Мы собрали три лего. Еще здесь появилось, мы захотели, вот, и получили. Два лего. Еще... у нас был Бамблби, а теперь появился Оптимус. А то как? Я, конечно, вижу и другие, и офигенно дорогие китайские игрушки. Но здесь малость подход другой. Чуть-чуть подождать и привезти все по качественному дискаунту с, естественно, меньшей ценой в Россию. Девчонки, если у меня были вот такие штуки, но я подрос, к ним не подхожу. Если у меня бы была бы сестренка, это было бы вообще бы от винтец, как бы. Какое качество и ассортимент. Здесь все обновляется, новые игрушки. Я был вот таким уже. Ну теперь я подрос, теперь не такой. Только я был не игрушечным, конечно, но я был почти же таким же. Ну все мы, естественно, были такие. Что будет потом? И мысль-то очевидная. Больше удовольствия вместе с Орионом. Орион работает на ваше благо. Мы можем сюда приходить регулярно, как я это делаю, раз в месяц, может и чаще. Но постоянно вы можете купить здесь новинки. И по сути событий. Мне такая штука нравится. Вот и все, я доволен этими игрушками. Теперь я здесь самый главный по игрушкам.